и сразу, допустим, на торренте ставишь 3-4 фильма на закачку, да? Разные сцены там, допустим, и думаешь, ладно, сейчас выберу, типа, не могу определиться, что из этого А мне потом больше нравится. удаляешь все. Ну да, ты знаешь, первое скачалось, ты его открываешь, вроде как, ну ладно, сойдет, типа, подрочил, ты потом закрываешь, смотришь, у тебя еще три докачиваются, ты такой, да ну их нахуй, типа... Реально жизненная ситуация, я думаю, знакома многим. Аудио спайсы кто-то пишет. Да блин!